Сроки ремонта внутриквартальных территорий в Волгограде срываются. Обновление асфальтового покрытия в городских дворах выполнено лишь на треть. Дорожный вопрос стал одной из главных тем обсуждения на очередном заседании правительства Волгоградской области. Во многих дворах Волгограда, по данным регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, до сих пор демонтированы лишь бордюры. На 60% объектов к асфальтобетонным работам еще даже не приступили. Таким образом, сроки выполнения масштабного дорожного ремонта срываются. Прозвучали нарекания в адрес властей Волгограда и по освоению денег, выделенных из областного бюджета на ремонт и реконструкцию детских садов. Эти средства в городе тратить на дошкольные учреждения не торопятся. Те деньги, которые вам выделили, 160 миллионов, конкурсные процедуры не проведены. На дворе сентябрь месяц. Мы сейчас, у нас следующий вопрос, который будет. Это вопрос, мы сейчас будем заходить по подготовке в бюджет, областной бюджет. Все вопросы, которые не будут проведены, мы их сейчас отрежем. Говоря о бюджете текущего года, вице-премьер регионального правительства дал поручение подготовить в документ изменения. По словам Константина Храмова, на рассмотрение областной думы должны быть вынесены самые горячие поправки с финансированием наиболее актуальных и насущных вопросов.